Итак, но нам надо двигаться дальше, потому что конференция должна логически продолжаться. Друзья, важным и немаловажным моментом то, как сейчас чувствуют себя вот в сфере питания. Как же сейчас доставляется еда, потому что многие города еще не открылись. Доставка еды – это одно из спасений для многих наших жителей России. И вот в ближайшее время, а уже, скорее всего, даже сейчас мы можем сказать, что к нам у нас здесь в студии появится очень интересный спикер, эксперт в области именно доставки, рестораны быстрого питания. А уже конкретно, дорогие друзья, совладелец и директор сети ресторанов быстрого питания «Грильница» Максим Тушков, город Барнаул. Тема очень животрепещущая. Что мы сделали, чтобы продолжать расти в условиях введенных ограничений? Ну вот этот момент меня тоже волнует, потому что когда наступил этот момент, и вопросы, а что делать, в какой момент, а сработает это или нет. Так что вот эти вопросы, дорогие друзья, можете уже записать в наш чат. Но я думаю, что сейчас мы поприветствуем Максима Тушкова. Он у нас вместе с нами в студии. Итак, да, дорогие друзья. Максим, приветствую. Приветствую, ребят. Добрый день, Александр. Добрый день. У меня первый вопрос, Максим. Вот, как я знаю, ваш бизнес ориентирован на доставку еды. Насколько он сейчас расширился? Смотри. И есть ли какие-то узкие горлышки, которые возникли во время этой самоизоляции? Смотри, у нас... бизнес, он розничный, вот, доставка в нашем сегменте, ну, точнее, конкретно в нашем бизнесе занимает небольшую часть, там, всего лишь 20%, вот, а так мы сосредоточены в основном на рознице, вот, и существует иллюзия такая у рынка в целом, что доставка может спасти рестораны. В чем иллюзия? Иллюзия в том, что если вы не занимались профессиональной доставкой и доставка не занимала какую-то существенную долю в вашем бизнесе, то она не сможет спасти вас. Почему? Вы не сможете конкурировать с другими. Смотрите, если вы никогда не занимались доставкой, во-первых, ее очень непросто организовать. И достаточно финансово трудно. В чем сложности? Во-первых, надо нанять курьеров, надо их обучить, отобрать нужных. Да? Это на это время нужно. Дальше. Их нужно определенным образом снарядить. Да? У них должны быть термосумки, в которых они доставляют продукты, чтобы еда не остыла. Это там финансовые затраты определенные. Дальше, что немаловажно, еще необходимо обеспечить трафик именно доставочных заказов. Это тоже непростая задача. Если вы были сосредоточены на розницу, то очень сложно переориентировать вашу аудиторию и привлечь новую аудиторию на доставку. Поэтому это не так просто. И даже если вы наладите какой-то трафик по заказам, все равно это не спасет ваш ресторан, не выведет его в прибыль. Почему? Потому что у вас остаются точно так же платежи, которые не покроют доход от доставки. Вот, если она там будет составлять какие-то 5-10% от доставки. Вот сейчас получается, что вы работаете и в розницу, и доставкой занимаетесь. Да, все верно. То есть не остановился? Нет, не остановилось. У нас мы работаем по предписанию санитарных органов, работаем на вынос. Примерно у нас падение по товарообороту составило 40% общее. И доставка, ну, она как бы не выровняла эту ситуацию совершенно. То есть если бы она, как многие думают, что доставка, она спасет ситуацию, то, ну, у нас был бы товарооборот не хуже.
Вот. А у нас просадка на 40%. Зафиксировали. Теперь вот интересно, что вы сделали в первые вот эти дни, когда сказал наш президент, что все сидим дома? Мы спокойно работали. Молодцы, вот. Сохраняли. Но это все не просто так произошло. Я как раз об этом хотел рассказать сегодня ребятам и всем тем, кто собрались. Вот я смотрю, 390 человек. Большие молодцы. И организаторам хочется сказать спасибо, что собрали предпринимателей. Ну, потому что сейчас важная информация. Вот. И сейчас появится презентация, наверное, да? Чтобы можно было... обязательно сейчас должна появиться презентация. Ну вот мне интересно, вот что вы сделали, чтобы продолжать расти в условиях введенных ограничений, причем расти? Ну, в чем рост произошел у нас? Доставка, естественно, она выросла по отношению там, к предыдущему периоду, потому что часть людей, которые ходили на розницу, они переориентировались на доставку. Вот. Ну и доставка выросла, соответственно, там, по-моему, в районе 5-10% примерно. Вот. Сейчас конкретные мероприятия расскажу, которые мы делали. Да, Максим, я тебе передаю уже слово. Мы очень внимательно слушаем и задаем вопросы. Да, сейчас я включу. Вот немного там о нашей компании. У нас сеть ресторанов быстрого питания. У нас топовый продукт и самый главный, самый любимый всеми нашими гостями – это наша легендарная шаурма. У нас 25 ресторанов, открыто по Сибири, и 3,5 миллиона клиентов вот мы обслужили в 2019 году. Мы работаем по модели франчайзинга. И вот были признаны лучшим объектом фастфуда в 2019 году по версии Минпромторга. Давайте уже к сути. Что сегодня будет? Расскажу, как удалось сплотить команду и что точно не стоит делать, как мы оптимизировали расходы и какие меры приняли. Расскажу, что... какие возможности присутствуют в этой ситуации. Вот. И если будет возможность, то там отправлю шаблоны, которые помогли нам оптимизироваться. Вот. Ну, давайте по порядку. Вот. Александр вот спросил, что мы делали, когда президент сказал. На самом деле мы начали готовиться заранее. Я активно наблюдал за ситуацией, которая происходила в Китае, в США. И это уже немножко настораживало, и я начал примерять эту ситуацию на нас, а что произойдет, если эта ситуация придет к нам, конкретно в Россию, конкретно в наш Барнаул и в наши остальные города, то есть наша компания столкнется с этой ситуацией. Вот. И в марте... 20 марта примерно, или, по-моему, раньше, не помню уже, до объявления президентом вот этих каникул, я экстренно собрал, я понял, что уже терпеть, точнее, как выжидать нет смысла, скорее всего, это у нас произойдет, и я собрал экстренно топ-менеджеров, на выходной день мы собрались, и я прояснил ситуацию для них, что может быть критичного для нас, и как эта ситуация может отразиться на нас. Вот. И в этой ситуации важно вообще дать ясность, в первую очередь, ближнему кругу сотрудникам. Вот. Была стратегия такая – думать о лучшем, готовиться к худшему. Мы прописали план на случай введения чрезвычайной ситуации. То есть что произойдет, что мы будем делать, если наши рестораны будут закрыты, ну, в принудительной форме. Что будет, если у нас произойдет падение по товарообороту. Какие действия мы конкретно будем применять. И все топ-менеджеры по своим подразделениям написали четкий план действий при введении режима чрезвычайной ситуации. Вот. Для чего это нужно было? Чтобы была ясность в момент
возникновения этой ситуации, что делать. Это как тренировка, да, это когда солдат тренируется на учениях, потом, когда наступают боевые действия, он оттачивает, точнее, не оттачивает, он выполняет то, что он оттачивал на тренировках. То есть это автоматический уже механизм, где не работает мозг, и все происходит на рефлексах. Вот, когда есть четкий пошаговый план. Вот. Точно так же у нас и произошло. Когда мы прописали этот план, и руководители сжились с этой идеей, что такое может произойти, то есть они убрали все эмоции ушли, вот, и остался там холодный рассудок, и мы четко выполняли просто мероприятия, которые запланировали. Вот, чтобы не произошло, вот как на этой картинке, когда все схватили туалетную бумагу и никто не взял еды. Вот, поэтому для этого и нужен четкий план. Дальше, что мы сделали? Мы договорились, ну, во-первых, в режиме чрезвычайной ситуации и форс-мажоров стратегические планы не работают. И мы сделали стратегию на каждый день. То есть мы внедрили у себя ежедневные советы директоров, которые включали в себя и субботу, и воскресенье, где мы каждое утро принимали решение, что конкретно мы будем делать сегодня, а что конкретно мы будем делать завтра. То есть, ну, горизонт планирования один день. Мы собирали данные и смотрели, какие рестораны мы закрываем, какие расходы мы будем еще дальше оптимизировать и что мы, в принципе, будем предпринимать. Это важно. Вот. А сейчас расскажу, что на самом деле решает команда, и у меня очень крутая команда, и благодаря ей, собственно, мы такие результаты получаем. Вот. Топ-7 действий, которые позволили сплотить команду. Там, фиксируйте себе, это очень важно. Первое – дать ясность. Для команды необходимо прояснить, а что происходит сейчас и что может произойти, ну, то есть конкретно для компании и конкретно для них. Вот. А если произойдет сокращение, как это коснется их? Да? То есть надо дать ответы на эти вопросы. Вопросы не должны висеть в воздухе. Дальше. Показать значимость сотрудников. Что было сделано еще? Я написал письмо для всех сотрудников компании, в которой точно так же... рассказал, что мы сейчас делаем, что мы будем делать в кризис, какой у нас фокус, да, то есть дать ясность еще для всех сотрудников и поблагодарить их за то, что они готовы работать с нами, то, что они работают с нами, показать значимость их труда, ну, в таких непростых условиях. Следующее – это ежедневные встречи. Так как стратегия долгосрочно не работает, важно встречаться ежедневно. Дальше, фокус на позитиве. Мы внедрили у себя начинать день с хороших новостей, когда каждый делился различными хорошими новостями, которые происходят в его подразделении. Хорошие новости – это может быть даже элементарно просто хорошо выполненная работа. Вот. Этот фокус на позитив, он позволял придумывать интересные ходы и не циклиться на том негативе, который шел из средств массовой информации. Дальше. План действий на день. Ежедневно каждый составлял план действий на день. То есть как начиналась встреча? Мы встречались ежедневно и сейчас продолжаем встречаться ежедневно. Фокус на позитиве, и дальше каждый из руководителей проговаривал свой план на день всем остальным, ну и в том числе себе. Это сразу позволяло скоординировать всю работу. Следующее, что мы сделали, фокус руководителя на атмосфере в коллективе. Каждый руководитель в своем подразделении, важно, чтобы мониторил, что происходит с состоянием его сотрудников. Возможно, кто-то там провалился там, в новости, да, и ушел там в негатив, либо что-то случилось. Важно выдергивать сотрудников из этой эмоциональной ямы, да, потому что она затягивает, и это деструктивно влияет на работу в целом. Вот. Холодная голова, теплые ноги – это про юмор, что несмотря на
то, что происходит, ко всему надо относиться с юмором. И мы, на самом деле, очень много шутили. Вот так вот проходили и проходят наши встречи в Zoom, на удаленке. То есть, ну, для нас не так сложно было перейти на удаленку, потому что у нас... Часть сотрудников и так работает на удалении. Да, кому-то пришлось перестроить, естественно, свои процессы. Но это было довольно-таки несложно. Вот кто-то спрашивает, что первый, пятый пункт. Давайте, ребят, договоримся, что вопросы в конце сразу отвечу. Вот сейчас не буду отвлекаться. Следующий шаг – это срезаем жир. Вот. Пункты, которые мы сделали, и рекомендую вам тоже сделать это. Важно понять, что сейчас вот в кризис и в таких ситуациях деньги дороже сейчас, чем деньги потом. То есть важно как можно больше аккумулировать деньги и как можно меньше их расходовать. Первое, что нужно сделать, убрать весь убыток. То есть посмотреть, есть ли у вас какие-то убыточные магазины, рестораны на сегодняшний день, объекты, офисы, вот, и ликвидировать их, заморозить их на текущий период. Потому что неизвестно, как долго это продлится, а эти все объекты, они тянут важный ресурс, деньги, которые дороже сейчас, чем потом. Следующее. Постараться договориться по арендной плате, получить какие-то скидки, отсрочки, каникулы. То есть все, что вы можете сделать, надо делать максимум. Мы с кем-то договорились по скидкам, с кем-то не договорились. То есть, ну, у всех ситуации разные. Важно понимать, что аренда – это тоже бизнес, и у них есть свои издержки, и у них есть точно такие же свои риски и обязательства, которые тоже никто не закрыл. Следующий – переход на удаленку. Что это даст? Это даст возможность отказаться, возможно, даже в будущем, да, вы можете перестроить даже свою работу и отказаться от офисов, что позволит вам высвободить ресурс аренды офисов, стульев, компьютеров, электроэнергии, коммунальных платежей, вот, и даст определенную там мобильность. Сушить склад. Проинспектировать, сделать инвентаризацию склада. Все, что имеет большой запас, это в первую очередь продавать. Важно из склада забрать все деньги, которые есть. Реструктуризация кредитов и отсрочка налогов. В текущих периодах можно и нужно, и есть инструменты, как можно реструктуризировать кредит и получить отсрочку по налогам. Вот. Это сегодня вам позволит опять же получить деньги. Есть мнение, что это опасно делать, потому что потом ты все равно копишь долг по налогам. Есть такое мнение, но отсутствие денег вас может убить прямо сейчас уже. Поэтому, чтобы подстраховаться, вы договоритесь об отсрочке или рассрочке налога или кредита. Не платите, просто аккумулируйте эти суммы у себя, они вам могут понадобиться. Вот. Но когда подойдет время заплатить кредиты, налоги, у вас эта сумма уже будет аккумулирована на счетах для вашей безопасности. Изменение режимов работы. Тщательно подойдите к режимам работы, когда лучше работать, когда эффективнее работать, когда неэффективнее. Мы убрали некоторые часы ночные, утренние, вечерние часы, которые были неэффективны, что позволило оптимизировать выход сотрудников на работу и в смены. Стараться все расходы сделать переменными, все постоянные расходы сделать переменными. В чем здесь идея? В том, что при изменении товарооборота у вас и будут меняться расходы. Это непростая задача, но если вы это сделаете, это позволит сделать вас, ваш бизнес более, менее хрупким. Он будет более устойчив к изменениям внешним и к изменению товарооборота. Убрать все, что не приносит прибыль сейчас.
Что это такое? Есть в каждой компании, она постепенно с ростом, она обрастает какими-то процессами, которые поддерживающие, но по факту они прибыль не несут. Вот. В кризис такие процессы и проекты там, имеет смысл вообще остановить. Например, какие-то командировки, да, то есть... Возможно, не имеет смысла. Какое-то обучение, которое не относится к зарабатыванию денег, да, там повышение квалификации, возможно, сейчас имеет смысл сейчас приостановить, если это не приносит конкретно прибыли вам. Следующее. Инвестиции, новые проекты мы поставили на паузу, потому что это снова расход средств. И все-таки... Это открытие нового ресторана и нового магазина – это определенный риск. И сейчас дополнительные риски, они не нужны. Поэтому мы поставили открытие ресторанов и инвестиций на паузу. И основной фокус, естественно, на сохранении в целом бизнеса и команды, потому что ваш бизнес – это ваши люди, ваша команда, и очень правильно там сейчас сохранить именно команду, которая позволит вам и выйти из кризиса, и потом, когда вы выйдете из кризиса, она позволит вам прорваться дальше. Что, там, прежде чем к следующему блоку перейдем, я хотел бы сказать, что еще нам помогло очень сильно. Это то, что мы перевели все отчеты управленческие, да, мы перевели их с месячного на ежедневный. Мы стали вести ежедневную точку безубыточности. Вот, то есть считайте, а сегодня вы в прибыль сработали или нет. Это очень сильно нам помогло избежать дальнейших убытков и закрыть некоторые рестораны. Вот, и оптимизировать работу на текущих ресторанах. Когда вы смотрите ежедневно, в прибыли вы сегодня или нет. Как там, все уже знают, этот иероглиф, который означает и угрозу, и возможность. И мне вот это выражение нравится, что смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а научиться танцевать под дождем. То есть необходимо подстраиваться под ситуацию. Вот она наступила, и ну, это определенная реальность на какой-то период времени, и лучше под нее адаптироваться, чем ждать, когда она закончится, потому что неизвестно, когда она закончится. Вот. Мы решили сфокусироваться на пользе, которую мы можем дать. И я сейчас расскажу про пользу, которую мы дали различным, скажем так, категориям, с которыми мы взаимодействуем. Наши гости. Мы подумали, что мы можем сделать для наших гостей, кроме того, что мы доставляем им еду и делаем качественный продукт наш. Мы увидели, что в этот период маски и антисептики стали дефицитным товаром, и мы одни из первых, наверное, завели их у себя в рознице и стали продавать их там по себестоимости. На тот момент они стоили сумасшедшие деньги. Вы, думаю, видели эти вот объявления все, где-то забавные, где-то там пугающие, да, когда меняют маску на машины. Вот мы отшивали на производстве такие маски, и мы продавали их по себестоимости. Задача была не заработать на этом, задача была дать пользу гостям нашим, чтобы они увидели, что, во-первых, и у нас сотрудники все ходят в маске, в масках, и мы дали им эту возможность купить эти маски, когда их не было нигде. Точно так же мы сделали с антисептиками. Когда антисептики стоили огромные деньги, мы ввели их у себя, и сейчас их можно купить там, за 100 рублей у нас антисептик. Он продается на сайте и в розничных магазинах. Ну, порядок такой, цен примерно. А дальше, что еще мы сделали? Мы сделали скидки на продукцию и организовали бесплатную доставку, потому что люди сидят дома на изоляции, и мы пошли
на определенный компромисс и сделать бесплатную доставку для гостей, потому что это польза определенная для них. Мы запустили мобильное приложение, которое не могли очень долго запустить. Мы 2 года мучили, ждали, там выбирали разработчиков. Вот. Но когда наступила эта ситуация, мы быстро его запустили в таком в полусыром виде, но это определенная польза для наших гостей. Они могут через наше приложение заказывать и оплачивать, там, не выходя из дома. То есть это легло в основу бесконтактной доставки. У нас бесконтактная доставка, где сотрудники приезжают полностью в масках, в перчатках. Они оставляют заказ на стуле специальном, который они с собой возят, складной стул. И человек может выйти и забрать заказ. Он приезжает с терминалом, либо человек оформляет в мобильном приложении и там сразу оплачивает. То есть гость, по сути, забирает просто заказ. Вот, это что мы сделали там для наших гостей. Дальше мы обратили внимание на тех, кто не может позаботиться самостоятельно о себе. Это врачи и волонтеры. Мы кормим волонтеров, которые оказывают поддержку для людей пожилого возраста. Они им относят продукты, медикаменты. Вот мы этих волонтеров кормим. И врачи мы в городскую больницу отправляем несколько, там, 3 раза в неделю пиццу. Задача, ну, там, не накормить всех врачей, не накормить там всех волонтеров. Здесь задача была проявить заботу о тех людях, на ком сейчас лежит, ну, определенная ответственность, показать им, что их работа очень важна. Это дает им там больше сил, и они еще лучше и качественнее выполняют свою работу. Ну, то есть это вдохновляет их делать их сложную работу. Вот это отзывы волонтеров, врачей. Сотрудники. Да, часть сотрудников, естественно, вынуждена была уйти в отпуск, но что мы сделали? Мы предлагали им всем переквалифицироваться в другой статус, так как розница стала иметь там меньший эффект, а доставка вырастала. Мы переквалифицировали их быстро в операторов контактного центра, в курьеров, и они получали дополнительную возможность зарабатывать. Ну и в целом мы старались по максимуму сохранять коллектив, чтобы у сотрудников была работа. То есть, ну, это та польза, которую мы давали в этот непростой период. Сейчас продолжаем. Дальше. Польза для предпринимателей, то есть, ну, для коллег по цеху. Мы подумали, какие компетенции у нас есть, с которыми можем поделиться. Мы предоставили для наших, по сути, конкурентов, которые тоже работают в общепите, ну и, в принципе, для других предпринимателей услуги курьерской доставки. Мы некоторым ресторанам и кофейням организуем доставку их продукции, потому что я уже объяснял, что это, ну, довольно-таки сложно. Вот. И услуги контактного центра мы предоставляем. Зачем мы это делаем? Мы, во-первых, даем им пользу, да, и их гостям, и мы обеспечиваем своих курьеров дополнительной работой. То есть это к пункту назад вернуться, если что мы обеспечиваем своих сотрудников максимальной занятостью, чтобы они остались с нами и получали какой-то денежный поток. Пошив масок, мы помогали пошить маски многим организациям. Они ввели для себя там и для своих гостей. Вот. Ну и в целом мы оказывали поддержку в различных вопросах, помощь в аренде, да, мы давали им шаблоны переписок с арендодателями, а в каких-то других вопросах помогали. Те, которые мы уже решили, мы делились своим опытом с другими предпринимателями. Это очень важно, потому что вот эта ситуация, она, наоборот, сближает, да, и помогает вместе решать какие-то там сложные вопросы. На самом деле, мы вот договорились как раз и
у ребят открылось интересное направление, да, они не думали, что можно их заказы доставлять. То есть они сейчас, в принципе, подумывают оставить это направление. Вот, в принципе, они расширили свою клиентскую базу. Это здорово, что мы могли, смогли помочь им. Смотрите, вот вопросы, которые, в принципе, могут помочь вам еще натолкнуть, так сказать, на какие-то решения, без чего можно сейчас обойтись. Ну, то есть посмотрите на свой бизнес и вот на все расходы, в принципе, на бизнес-процессы и то, без чего сейчас можно обойтись, лучше убрать. Что не приносит прибыль сейчас, убрать. И посмотреть это под углом, а что если продлится ситуация полгода, а если год, да, какие есть неэффективности, которые можно убрать сейчас. Какую пользу ты можешь дать сейчас людям? Как это выяснить? Ну, просто взять и прозвонить свою клиентскую базу и конкретно у них спросить, ребята, а что сейчас вам нужно, чем я могу быть полезен вам? Возможно, это станет для вас каким-то новым бизнес-направлением. Уточнить у них, какая потребность не закрыта, то есть что им сейчас нужно. Уже сейчас, не нужно ничего выдумывать, просто прозвоните свою клиентскую базу и уточните. Возможно, это новое направление у вас в бизнесе будет. Ну что, вот у нас время уже подошло к концу. Я так быстро галопом пробежался. Давайте итоги подведем. Первое, что нужно сделать? Во-первых, в первую очередь для себя необходимо прояснить, а что сейчас происходит там, в целом, да, как я буду действовать, как будет действовать моя компания. Дальше, прояснить ситуацию для своей команды. То есть, когда вы примерно определились там, с тем, что сейчас происходит в мире, как вы будете действовать, нужно поделиться этим с командой, дать им ясность. Нельзя оставлять вопросы подвешенными, на них надо на все ответить. Написать письмо, сделать какое-то обращение, то есть быть в ежедневном, в постоянном контакте. Следующее. Сплотить команду. Следующий шаг – сплотить команду. Это ежедневные встречи, то есть ежедневно встречаться с ними, делиться хорошими новостями. Фокус на хорошем, ну, это, в принципе, как бы сохраняет позитив. Ежедневный план мероприятий. То есть стратегия долгосрочно не работает, делайте план на день. Мониторить атмосферу в коллективе. Важно выдергивать коллектив из стрессовых ситуаций. Вот. Ну, находиться в юморе и принимать решения там, с холодной головой, без импульсивных решений. Следующий шаг – срезать жир. Вести точку безубыточности на ежедневной основе. Не месяц, а ежедневно. Сегодня вы в плюс отработали или в минус? Если в минус, то почему? А как еще оптимизироваться? Договариваться по аренде, налогам, кредитам. Убрать, одним словом, все, что не приносит прибыль сейчас. Потому что неизвестно, сколько может продлиться ситуация. Вот. И последнее. Поискать пользу, которую вы можете дать другим. Возможно, это станет вашим новым бизнесом. Для сотрудников, гостей, других предпринимателей, вообще для всех тех, кто не может позаботиться о себе. Вот. Я думаю, что это такой исчерпывающий список, которым я мог поделиться, в принципе, с вами. Но если есть вопросы, давайте с Александром ответим на них. Друзья, мой онлайн. Продолжается конференция «Формула бизнеса онлайн». Вы вместе с нами. Я вижу, что в чате пишут вопросы и интересуются, и даже благодарят. Все говорят по существу и в то же время даже некий такой кризис бизнес-плана. Вот, так что, Максим, получаете лаверды от всех, потому что вы уже дали информацию. Но тут тоже есть время и вопросы. Ирина Александровна Мягкова пишет: Максим, как часто вы сами едите свою шаурму? Очень часто. Ну, очень часто, потому что у нас есть дегустации, но не меньше одного раза в неделю. Все? Все виды, что ли? Все виды? Ну, нет. У нас есть дегустации, ну, новые продукты мы вводим, и мы тестируем то, что сейчас уже есть. Ну, важно контролировать качество, которое есть самостоятельно. Ну, от этого еще приходят дополнительные какие-то идеи, мысли.
которые можно улучшить? Сейчас стоит вводить какие-то новые фишки, как некие продукты, да, то есть, которые бы могли заинтересовать? Да, нужно это делать. Если все-таки оставаться на прежнем. Ну, я бы не убирал старое, я просто добавлял бы новое, если это не требует, ну, каких-то серьезных вложений, инвестиций. Если это вообще ничего не стоит, не вижу проблем. Я считаю, что, наверное, какие-то надо комбо делать прямо сразу, да, то есть собирая кризис комбо. А у нас есть такие? У нас, кстати, появилось очень крутое предложение для тех, кто работает... работать на удаленке, перешел mm-hmm. работать в офис. У нас есть очень крутое предложение, это ланчи, когда ты получаешь комплекс по цене дешевле столовой, но тебе это все там привозят. Это очень круто. Спасибо. Следующий вопрос. Как вы проводите плановые медосмотры вашего персонала и в каких клиниках? Я не знаю, сколько конкретно клиник у нас заключены договора, да, потому что у нас там франчайзинговая сеть, с кем конкретно они заключены. Можно зайти на сайт к нам, greenica.ru, у нас есть раздел «Безопасность» и посмотреть, какая, ну, какие меры безопасности у нас на ресторанах вообще существуют, вот, и как мы контролируем. Хорошо. И еще тут по поводу плана были вопросы у нескольких наших участников конференции. Первые и пятые пункты планы на день. В чем разница? Вот я сейчас, скорее всего, не вернусь к ним, только если по презентации вернуться. Ну, давайте пока попробуем вернуться. Еще один вопрос. Ирина Александровна Мягкова. Сколько себестоимость? Вопрос такой. Ну, встречный вопрос. Чего? Вот сколько стоило мобильное приложение и где делали? Сейчас. Первое. План. Вот это что ли, да? Да, да. Топ 7 действий. Дать ясности. Какой? Первый и пятый пункт. А, так это разные вещи. Смотрите, дать ясность. Это в целом дать ясность, что происходит. Ну, дать ясность. Ребята, сейчас в стране кризис, да, идет падение товарооборота. Ну, конкретно у нас снижение там на 40%. Вот, что произойдет? Ну, скорее всего, мы пропорционально будем срезать расходы. Вот, часть сотрудников там вынуждена будет пойти в отпуск, да. Вот, еще какие-то расходы нам придется сократить, да. То есть, ну, как бы дать ясность, ответить на все вопросы, которые есть. Вот. А пятое – это план действий ежедневно. Ну, то есть, что это значит? Окей, прошел день, да, смотрим, какая была выручка за вчера. Окей, мы сработали в плюс или в минус. То есть, ну, как бы, что мы можем сделать там для наших партнеров? Потому что у нас франчайзинговая сеть, и мы мониторим, что происходит у нас с партнерами. Вот. Я думаю, что полноценный ответ. Спасибо большое. Давайте поблагодарим Максима. Вы можете в чате, а я лично. Спасибо большое, успехов, удачи и увидимся обязательно. Хорошо. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу конференцию. Она продвигается онлайн по всем городам России.